Шалом, друзья, с вами как всегда Майор, и сегодня у нас будет новая рубрика, возможно новая рубрика, смотря как вам понравится. В этом видео я покажу ту халяву, которой у нас не было, но была на других регионах. Так что если вам понравится, прожимайте лайки, а я больше не смею тянуть, прожимай лайкос, пиши комментос, а мы погнали видос. Друзья, уже стартовала Лига Чемпионов УЕФА, и прямо в эти дни проходят топовые матчи мирового футбола. Не пропустите это событие, ведь наш партнер с 1xbet дарит вам возможность получить бонус в $100 на первый депозит по моему промокоду. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии и выигрывайте со своей командой. Ну что ж, ребята, и начинается этот видосик у нас с халявы к празднику Рамадана. И у нас в Индонезии или где-то во Вьетнаме была такая халява, то что мы могли совершенно бесплатно получить магический куб. Там он выдавался просто за серийный вход. То есть заходите там где-то вроде бы то ли 9, то ли 10 дней подряд надо было заходить, и мы получали магический куб. Я даже про это снимал видео, но, к сожалению, у нас этого не было. Но у нас тоже была возможность получить куб на Новый год, как вы помните. Я думаю, такая возможность у нас скоро повторится уже. Рано или поздно, я думаю, ближайшие там полгода, она опять же у нас будет. Как только вышел режим саперный отряд, кстати, ребята, режим реально годный. Пробуйте сыграть в него хотя бы катку, я вас уверяю, вам понравится. Хотя его вроде бы сейчас нету, но когда он был, это, ребята, реально имба. Там магазин, система магазина лучше я не видел. Ну так вот, когда он вышел, мы, получается, могли играть в этот режим. И за игру нам давали вот такие вот кофейные кружечки. И эти кофейные кружечки мы уже могли обменивать на вот эти банданы. Но у нас этого не свершилось, потому что, похоже, разрабы на нашем регионе не делали такую большую ставку на саперный отряд. Из-за этого они его не особо и продвигали. Так что у нас такого вот не было. Эти масочки, насколько я знаю, там уже в пополнение, в какие-то там лохотроны слили. Далее, ребята, халява к киберпанку. У нас на регионе тоже были вот такие вот черепки, я уверен, вы их помните. Одни мы собирали на карте, вторые вроде бы были в миссиях. И у нас там была вообще какая-то фигня, вроде бы лутбокс. И вроде там был даже камень у нас. Камень, который в инкубаторе. Это у нас была тоже там нормальная такая халява. Но на другом регионе была такая более, я думаю, ценная для многих людей. Это карта смены имени. Так что был такой вот лутбоксик. Его нам вроде бы тоже слили на халяву. Но карта смены имени нам потом еще после этого, где-то через месяц, в летнем лагере все равно дали возможность получить ее. Так что, ребята, ради бога не нойте. Вот, наверное, за этот год уже сколько раз ее можно было получить. Где-то пару недель назад за ошибку там с регионами. Потом пару месяцев назад в летнем лагере. Ну, короче, примерно в среднем за год реально 3 шанса получить карту смены имени абсолютно бесплатно. 2-3 шанса. Но это, ребята, реально легко. Даже без этой халявы у нас дела обстоят отлично. Далее мы просто за вход к какому-то празднику, даже не помню, если честно, к какому, просто входим и получаем штаны ангела на 3 дня. Это у нас было потому, что Гарен на этом регионе где-то там через неделю уже начала так массово сливать. Помните ивенты зомби-самурая? Как раз таки в этом ивенте там у них дополнительно шли эти штаны. Потом, ребята, катаклизм, и мы получили вот такой вот дробаш, катаклизм за бесплатно. У нас тоже катаклизм что-то было мощное. У нас тоже какой-то был скин, вроде бы там за игры, правда, он давался. Ну так вот, на другом регионе у нас просто за вход за 10 игр давался дробаш-катаклизм. Ну и последняя халява на сегодня, с которого сгорит очко, я уверен. Вот знаете, у нас сегодня вышло пополнение вот с этой топовой доской, просто доска охеренная. Лучшая доска за последнюю, ну кроме пропусков, не считая, наверное, за последние полгода. И на другом регионе за игру на обновленных Бермудах эту доску дают за 15 каток бесплатно. Вообще бесплатно, вообще просто полностью бесплатно. Так что, ребята, вот так вот. Короче, ребята, пишите в комментариях, как вам понравилось или нет. Пишите опять же свои идеи для видосиков в комментарии, потому что у меня сейчас идеи вообще нету. Так что, пожалуйста, помогите. А с вами был Майор. Всем удачи и всем пока. Yeah.